Настя, вставай! Работа подъехала. Привет, ребятки! Сегодня с вами Михакер и Настя Леди Равчик. И у нас сегодня новая посылочка, на этот раз от сервиса lootbox.ru. Это посылки, похожие по формату на луткейс. Есть геймерские посылки, есть посылки для гиков и есть посылки для анимешников. Давайте посмотрим, что пришло нам в этот раз. А где мой керамбит? Пардон, сейчас приедет. Вот, держи. Я даже могу порулить камерой. Смотрите, ребятки, какая красивая коробка от лутбокса. С рисунком. Ну-ка, чего там нарисовано на ней? По бокам. Ну, вот такая коробочка. Паутинку сделанная. Или нет, это даже кубики, смотрите, это коробки. Маленькие коробочки в лутбоксах. Давайте начнем открывать. Я вам, хотите, Настя, покажу? Вот она. Спряталась под капюшоном. Итак. Так, ну, пока я не понимаю, чего там такое лежит. Давай посмотрим вот это, да, в пакете. Какая-то крупная вещица. У нас посылка вроде должна была прийти по тематике Marvel, DC Comics и прочие. Это для тебя. Комиксные штуки. Да, это футболка на меня, 3XL, блин, я здоровенный мужик. И что-то тут... Тут страшная морда! Это из Человека-паука! Черная шняга какая-то, я не помню, как это называлось. Ну, короче, злым, когда становился Человек-паук, была вот такая шняга. Охренеть, смотрите, круто. И футболка черная, прикольная, я люблю черные футболки, я люблю белые. Вот это мне нравится, слушай. У меня как раз футболочка заканчивается. Я в одной хожу, как бомжик, а вот теперь будет достойная смена ей. Крутый принт, классный, блин, просто жесть. Язык, вах. Сладкая штучка. Уже радует лутбокс. Мы опасались, как бы он не стал говном, но уже неплохо. Едем дальше. Вижу какую-то шнягу. А, типа блокнота, да? С железным человеком. Да, это блокнотик. Смотрите, с какими листами. Коричневыми. Такие листы обычно, говорят, используются художниками для того, чтобы белой краской рисовать. И железный человек спереди и сзади на обложке. Круто, круто. Ну, зачетный, неплохой блокнотик. Давайте его отложим и посмотрим, что еще есть у нас в этой коробке. Так, тут у нас какая-то, видимо, кружка в пупырчатой пленочке, запечатанная наклеечкой лутбокса, которую мы нещадно порвали нашим керамбитом. Сейчас мы посмотрим, что это за кружка. Как всегда, можете угадывать в комментариях, ребята, что это такое. Наслаждайтесь этими пупырками. У нас таких нет. Если закажете лутбокс, то будет. Итак, это кружечка с Бэтменом. Слушайте, круто. Просто логотипчик Бэтмена маленький на кружке, прям как на футболке Веноса в некоторых сериях GTA у него было такое. Круто, и кружка черная такая, красивая, а внутри белая. Круто. Так, ребята, эта кружка, она еще и необычная. Она, оказывается, термокружка, то есть с терморисунком. Тут сейчас будет рисунок появляться. Давайте мы туда горячую воду нальем и вам покажем это. Там Бэтмен, оказывается, даже есть. Так, у нас чай без ничего, нормально, мы такой любим. Вот, смотрите, уже появляется, круто. Так, медленно, сверху вниз появляется. Вот у нас уже видно очертания облачка. Знак Бэтмена в небе. Обратно, там должен быть сам Бэтмен. Вот он, смотрите. Круто, я люблю такие кружки, которые не просто обычные, а еще и вот с таким приколом. Круто. Она белая получается, вот с таким рисунком. А еще, оказывается, по каталогу у нас там написано, что должен быть вместо этой кружки браслетик обычный, резиновый, но положили кружку. Прикольно, нам такая замена понравилась. Так что спасибо, лутбоксы. Кружка с Бэтменом, блин, а теперь настоящий супергерой, у меня майка
по Спайдермену, кружка с Бэтменом, блокнот с Айронменом и жетончик есть с Джокером. Круто, слушайте, это причем Джокер из второй части Нолановского фильма. Круто. Большой такой крупный жетончик. Ну прикольно. Так, еще чего у нас есть? Наклейка с Суперменом. Все топовые супергерои, смотрите, ребята. Да, наклеечка Супермена. Все по классике. Так, еще что-то есть. У нас это, похоже, комикс. А, комикс с черно-белой обложечкой «Время ворона». Немножко тень у меня падает сюда, я не все вижу. Да, смотрите, это, видимо, от фирмы Bubble комикс. Ну-ка, нас сзади там что-нибудь нарисовано. Специально для лутбокса тут нарисовано, вот что такое. Да, ребятки, это комикс Bubble, эксклюзивный комикс для подписчиков лутбокса. Можно будет как-нибудь на досуге прочитать, но я уже смотрю, что там все очень качественно сделано. И сам комикс, он не тонкий какой-нибудь, как мелкая тетрадка 12-листовая, а толстенький достаточно. И все четко нарисовано, листы глянцевые. Круто. Ну и на этом, видимо, все у нас в коробке, больше ничего нету. Но слушайте, достаточно неплохо. Вот такие наборчики приходят от лутбокса. Это, да, гиковский у нас лутбокс. Еще есть геймеровские в этом месяце. Это были StarCraft, WarCraft и же с ними. По аниме там я вообще не знаю, что есть. Я не разбираюсь. Но какие-то Врата Штейна, Евангелион. Наверняка вам что-то покажется знакомым, и вы захотите это заказать. Так вот, ссылочка лутбокса есть в описании под видео. Да и просто можете, наверное, забить эту ссылочку. А еще вы можете использовать промокод и получить 10% скидку на покупку. Представьте себе. Ну, надеюсь, это не последнее наше открытие лутбокса. Будут еще и другие по ссылочке. Так что ждите, ребятки. Подписывайтесь на канал Насти Леди Равчик. Меня, Михакера. И до новых встреч. Всем пока.